Этот стиль, хэппи-хардкор, вот это все, с чего я начинал, это, ну, об этом никто не знал, вот только буквально все, кто здесь сейчас находится, вот вы столько человек это знали, и вы среди них, ребята. А сейчас Лида врывается в чарты, и все больше, чаще в них зависает, и вот что я вам скажу. Когда я стану мейнстримом, вы все будете жесткими алдами. И будете говорить, вот ты слушаешь его там месяц, я слушаю Лиду 5 лет, я слушаю Лиду 3 года. Я шарик, ребята. Если бы не вы, алды, у меня бы ничего этого не было. Поэтому спасибо вам большое. Реально. Ценю каждого, даже тех, кто пишет плохие комментарии. Ну, а вы, конечно, уроды немножко, те, кто пишет эти комментарии, но люблю все равно. Лида навсегда, это правда, друзья. Лида не скатывается уже лет 7, наверное, точно. Так что я всегда на плаву был, я всегда на плаву буду и на плаву останусь. Я буду вечен, Лида вечен. Я подарю вам небо. Я подарю вам стикер. И я подарю вам Питер, друзья. Спасибо, что вы со мной.